Самая меткая молодая семья живет в прикубанском сельском поселении. Это удалось выяснить на стрелковом турнире среди молодых семей, который был посвящен Дню защитника Отечества. Стрелковый турнир среди молодых семей стал уже традиционным. Проводит его районный клуб молодых семей «Счастливы вместе». Сегодня в этом зале собрались семьи молодые, участники районного клуба «Счастливы вместе». И сегодня будут стрелять из пневматической винтовки и пистолета. В общий зачет пойдет общий балл семьи. Семья-победитель получит кубок и грамоту. Побороться за кубок приехали 14 семей из города Маевского, Прикубанского и Прибрежного сельских поселений. Это уже не первое состязание молодых семей. Сначала они соревновались в точности броска в боулинге, сейчас стрельба. После их ждет турнир по настольному теннису. Настрой у каждой семейной команды только на победу. Первое наше участие было турнир по боулингу, где стали победителями. Сейчас нацелены также на победу. Очень хорошие мероприятия. Они сплочают коллектив, вообще сплочают молодые семьи, новые знакомства, новые какие-то интересы проявляются. Спасибо большое. Борьба за первое место и право назваться самой меткой молодой семьей района продолжалась более 2 часов. После подведения итогов были определены победители. Заветный кубок и грамоту за первое место получила семья Ольденбург из прикубанского сельского поселения. Второе место на пьедестале почета заняла семья Климовых из прикубанского сельского поселения. А супруги Колчины, неоднократные победители стрелкового турнира, в этом году уступили пальму первенства и заняли только 3-е место. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».